Возвращайся скорее, Уокер. Так, на чем я остановился? Сейчас. О, у меня тачки, кстати, вон стоят какие-то, да? А мотоцикл где? Интересно. Да, мы открыты. Автосервис Руки-Крюки. Я Хельга. Имен я не запоминаю, так что не буду и спрашивать. Что тут у нас? Арктек? Имей в виду, за все эти бесполезные навороты придется доплачивать. Готово дело. Гарантии не даю. Так, журнал. Найти Лузан, центр управления, найти доктора Кассира. Лузан, Хасгар, найти доктора Кассира в топях. Вот, и к нему и пойдем. Доктор Кассир, к нему и поедем. Системы активируются. Надо отремонтировать. Ну вот, я снова в деле. Возвращайся скорее, Уокер. Системы активируются.
Включен режим ожидания. Системы активируются. Желаю удачи. Ох ты, спал прям. Хераси. Ладно, типа тачка сломалась, он уснул. Системы активируются. Сегодня твой день. Интересно, должен догнать, по идее. Ах ты, способное отребье! Прям так проедем. Воу-воу-воу, нифига мне тут занесло, блин, охренеть. Так, где сторожевая башня, вон она. Включен режим ожидания. Ех ты, нихера себе. Блин, эту башню лучше всего автомат вот этого валить. Эффективней. Офига она там стреляет там.
Системы полностью восстановлены. Лили, я на болотах. Так где мне искать этого доктора Квасира? Без понятия. Тебе нужно попасть в город, который называется Лагуна, и там все разузнать. Ясно. Направляюсь туда. Город Лагуна. И вот мы на месте. Лагуна. Город на болоте. Посмотрим, что тут можно узнать о докторе Квасире. Возвращайся скорее, Уокер. Должны найти доктора Квасира. У тебя какой-то потерян. Мы с твоими товарищами на войне сражались плечом к плечу. Меня зовут Мо Рами. Я просто старый ветеран, который помогает жителям Лагуны. Я тут давно живу, и поэтому знаю почти всех. Ты что-нибудь знаешь про некого доктора Квасира? Это старый ученый. Я уже давно не слышал это имя. После войны он перебрался вглубь секрета и окончательно пропал с радаров. С тех пор его никто не видел. Еще что-нибудь скажешь? Ну, обычно в окрестностях его базы очень тихо. Там ведь такая мощная система безопасности. Но в последнее время оттуда частенько доносится сильный шум. Ладно, выясню, в чем дело. Тебе удалось найти доктора? Контракты какие-то. Так. Метеорит здесь лежит. Так, а что здесь еще в городе есть? Там, да, база? Ага, вот она. Сейчас сначала сюда заеду. Смотрю, что здесь у нас. Привет. Выглядишь обеспеченно. Добро пожаловать. Из-за кабаний баррикад клиенты с деньгами почти перевелись. Я Нелли Бутер из торговой дали. Это мой магазин. Кабаньи баррикады? О, речные кабаны перекрыли торговлю в обе стороны. Мы теряем деньги. Ну что тут поделаешь? Кое-какой товар у меня еще остался. Смотри. Что понадобится, обращайся. Мы всегда открыты.
Так, я потерялся. Где я был? Я вон оттуда пришел, да? Да. Там метеорита, да? Мне надо на моей тачке. Сторожевая башня правительства. Системы активируются. Джерси, небось, дважды подумал бы, прежде чем сюда лезть. Джерси погиб, так что ты лучше подумай прежде. Сперва убедись в том, что у тебя есть вся нужная снаряга и навыки, и только потом иди. Мало боеприпасов. Возвращайся скорее, Уокер. Филтрит добыт. Системы активируются. Сторожевая башня. Отремонтировать тачку. Системы восстанавливаются. Системы полностью восстановлены. И вот мы на месте. Желаю удачи.
Попал как хорошо. Да, они все мощнее и мощнее, эти фонарики. Ох ты, ёжик. Сиру. Включен режим ожидания. Это ковчег. Джекпот. А, здесь ковчег есть. Мне тут не по себе. Как сказала бы мама, рейнджер должен заранее оценить обстановку и пробегать, лишь хорошо подготовиться. Ни хрена тут народище. Так, у него патроны кончаются. Thank you.
вроде все обыскал. Патроны везде всегда. Досмотр завершен. Добро пожаловать в ковчег 410Б. Так, а еще одно походу. Что это такое? Пистолет какой-то. Револьвер. Это револьвер Огненный Смерч. Он эффективно действует на любой дистанции и может поджигать противников. Круто. Действия выполнены. Применяйте форсаж револьвера Огненный Смерч против врагов в симуляторе. Обучение завершено. Заканчиваю симуляцию. Дроид как... А, транспорт какой-то, Икар. Икар. Понятно. Что там по поводу тачки улучшения у нас? Ракеты купим.